Я считаю, что финансирование Навального идет абсолютно в рамках действующего законодательства. Он не нарушает никаких законов, потому что любой гражданин у нас может спокойно собирать на Яндекс.Кошелек деньги, как он хочет. И с этими деньгами он может распорядиться тоже, как хочет. А все вот эти совершенно нелепые обвинения прокуратуры в том, что деньги поступают с каких-то иностранных IP-адресов, ну, это для бабушек, которые смотрят первый телевизор, потому что IP-адрес показывает всего лишь местонахождение гражданина. Ну, например, я поехал отдыхать куда-нибудь там в Украину или в какую-нибудь другую страну, я зашел по тому IP-адресу, который находится на территории этого государства, и профинансировал со своей Яндекс, ну, со своего либо кошелька в Яндексе, либо я профинансировал со своей карты банковской. Поэтому это никакого в этом нарушения нет. А все то, что там пытается, ну, придумать наша прокуратура, мне кажется, это действует даже с точностью, работает с точностью наоборот, потому что помогает лишь Леше раскручиваться, становиться все более и более популярным. И вообще все, что делает власть, все, что делают его оппоненты, только лишь помогает Алексею набирать все больше и больше сторонников.